От маршала и до солдата перед победой все равны, как были ей равны когда-то в день окончания войны. Она закончилась 77 лет назад. И каждый год в преддверии 9 мая во всех образовательных учреждениях проходят патриотические акции. Ученики 17-й Одинцовской школы вышли на торжественный митинг в честь Великой Победы с фотографиями своих дедов и прадедов. Почтили их память минутой молчания, возложили цветы к памятному монументу на территории школы. Будьте достойны памяти своих героических предков, своих дедушек, для кого-то прадедушек уже. Меньше всего в победе 45-го года они хотели, чтобы война повторилась снова. В честь Дня Победы участники акции высадили на территории школы 10 елей. 10 елей были предоставлены общественной палатой и волонтерами нашего округа. И ребята, родители осуществили посадку этих деревьев в память о тех событиях, которые проходили 77 лет назад. Многие ребята сажали деревья впервые, поэтому внимательно следовали наставлениям старших. Правильно деревце сажается. Смотрите, выкапывается чернозем подгребается, чтобы корни прижились лучше, а потом уже остальным грунтом засыпается. Высаженные с такой любовью ели обязательно приживутся, считают волонтеры. Аллея памяти с годами будет пополняться новыми деревьями. Высадили аллею и сейчас как раз вели диалог о том, что, возможно, мы эту аллею в дальнейшем в течение года просто будем продлять, потому что ну, достаточно хорошо и смотрится. И я считаю, что озеленение сейчас в наше время, когда очень много застроек, оно должно вестись. Теперь школьники сами станут ухаживать за деревьями, символами памяти о героях войны и новой, подаренной нам советскими солдатами, жизни. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».